Привет! Это маленькое видео будет презентация нашего супер популярного уже среди мам-блогеров новогоднего обмена подарками. Свой подарок от замечательной Тани Матани, это потрясающий блогер. И если вы хотите воспитать своего ребенка гениальным, то вам надо подписаться на ее канал. Она очень душевный, открытый, искренний человек. Она этим цепляет, наверное, всех своих, всю свою аудиторию. Вот, у нее замечательные мальчишки. Она... У нас тут ЧП небольшое. Я буду сам. Но, сынок, ты же сбиваешь меня, я же записываю видео. Мам, ну я же хочу сам записывать. Записывать? Ты хочешь сам записывать? Записать. Смотрите, что она мне прислала здесь. Естественно, я сюда поставлю видео в упаковке, сыночек. У рыбочков. Ну, зелушка. Тань. Спасибо тебе огромное. Степа знает все знаки дорожного движения, ну, большинство из правил дорожного движения, и на улице замечает эти все вещи, поэтому это нам очень прям актуально. Спасибо тебе огромное. Все остальное вы увидите, конечно, дальше в ролике. Обязательно переходите на весь список мам-блогеров, которые участвуют в этом обмене. Я не знаю, знаете ли вы уже, кому прислала я свою посылочку. И до новых встреч в новом году! Нет, всем привет! Мы сегодня отмечаем мой день рождения и решили открыть посылку к Новому году. Пусть будет казаться, что мы здесь отмечаем Новый год. А там видно? Ладно, ура! Давай скорее открывай. Посылка к Новому году или нет? Ну, к Новому году, конечно. Ну, просто надо же елка всю. А, давайте свои версии. Что здесь? Коробка. Я думаю, что это елка. Я вижу, что компания СДЭП доставила с помощью Почты России. Ну давай. Давай попробуем. Ой, стойте, стойте, стойте. Столько всего подписано. Девчонки, мы не должны это все испортить. Как подписано? Там подписано что-то. Ну, кому? Подожди, так это... А, это мне? Это не только тебе? Нет. Только мне. Таня Матани не знала, что я буду с вами разговаривать. Лизе Сулимовой. А, мне нравится. Не только себе, главное. Подожди, что если перевернуть, то... Смотрите, какая прелесть. То проблема станет решением. Вот, если хочешь, чтобы тебе... Тебя охраняли, можно завести собаку, а можно пробовать свой страх и завести друг. Какой я хочу такой подарок. Если перевернуть, то проблема станет решением. О! Сейчас, подожди. Ой, смотри! Пёс! Пёс! А можно я открою? Да. А мне всегда можно в собачьей тематике. Надо с улыбкой, иначе ошибка повторится. Смотрите, какая. Что-то очень светло здесь. Класс. Все, это какая-то прям мечта. Вообще, когда мечта перед глазами, она обязательно... А дай ножницы, что-нибудь. Дай ножницы. Это моя мечта? Дай ножницы. Блин, какой подарок. Вот это подарок. Ня, какой подход. Смотри, какая молодец. Все так запаковала. Смотри, не знаю, что это. Что это? Не знаю. Ластик. Гигант зеленый. А что написано? Написано, всегда можно исправить. Исправить надо с улыбкой, иначе ошибка повторится. Все, что, Аня, спасибо тебе большое. Таня на нас смотрит, так что ты можешь комментировать что-нибудь. Как она делает? Не онлайн. Смотрите! Вот это! Ура! Это YouTube! Классно! Вообще, смотри, 2017. А что написано? А, мечта. Когда мечта перед глазами, она обязательно сбудется. 100 тысяч подписчиков. Конечно, мне подписчиков. Чую я. Да. А может и больше? А у меня, смотрите.
Не всегда, не все всегда очевидно, иначе надо присмотреться под определенным углом. Значки галогеновые, светозвращательные. Смотри. Ой, это очень полезная вещь. Тань, спасибо тебе большое. Под определенным углом, давай пойдем, да. Блин, столько всего. Вообще, слушай. Юный водитель. А это где? Это свет. Где нужен? Я не знаю, там было написано, что дети. Дети всегда должны быть уверены, что они всем управляют. Смотри. Ой, Степа будет счастлив, если он это увидит. Это же его любимая тематика. Ой, ой, ой. Подожди. Что это такое? Зон! Блин, я так хочу зон! Это как у меня! Это какой зон! Я же тебе как раз у тебя его видела. Конечно! Вот это же крутяцкий зон! Смотри! Небо! Небо, небо! Смотри, какой! Чик! И все, и все машины. Не поставила так. Все, ну так стоит. Таня, спасибо большое. Саш, тебя, кстати, если что, тоже видно. Давай, дай. Класс. Так, а тут что написано? Счастье складывается каждый день, но надо замечать этот день. Смотри, праздник. Давай скорее будем смотреть. Носить с собой новогодний обмен. Когда один год меняем другое, мы обмениваемся настроением. Таня, Матаня. Таня, ты мастерица. Я даже не сомневалась, что у тебя будет все так это продумано. О, вырасти. Сейчас посадим. Смотри, смотри, что она сделала. Что сохрани это? Счастливый день. Представляешь? С кармашком календарь своими руками. Класс. Вот это крутяк. Все, я хочу тоже быть блогером. Я буду с вами отчеваться. Подарок отключите. Просто вкинь подарок. Если добралась до глубины. Да, я буду просто... Просто включите меня в список получателей. Ты же можешь по плату сделать? Ну, конечно. Не спали у меня. Не спали у меня. И мой адрес. Открывай канал. Уже скорее. Да, все, а, смотри, смотри, сейчас вырастим. Чтобы выросла, нужна я забота. Канал, забота в материал. Психологиня. Че-че? А, психологиня. Говорю, канал назову, как новый сериал. Психологиня. Когда тепло и уютно, тянет делать добро. Это тапочки. Тапочки. Ой, это по-зимой, зачем? Смотрите, какие кроличьи. Носочки, да. Ну, это дома ходить, да. Очень красиво. Ой, на, да, уже это елку мы сейчас посадим. Это елку посажать, смотри, в горшке. Елку прям? Да, вон, должна вырасти. Елку! Вырастить елку. На, это конфетки. Сейчас посадим. Вырастет? Конечно. Прям как сим соловьим рахатым луком. Чуть-чуть помяло. Дед Мороз приносит под небольшие елки подарки, а под маленькую настроение. Новогодний светильник есть. На, открывай. Новогодний светильник есть. Ничего сложного. Можно я открою елку? Мне хочется садить. Посадить. Там посеять. Только на камеру, Аня. Ты же видеоблогер. На камеру сажай. Там кедровые орешки, их надо посадить. Кедровые там? А вдруг будет кедр? Ну там было написано, что посеять. Ты знаешь, что? Покажи. Тут вообще целая работа. Там тебя не видно. Семена. Смотрите. Что у нас? Что-то какая-то штучка. Ой, ее надо нажать, она подгорит. Это семена. Смотри, если добралась до глубины, то не упустишь жизнь. Это самое главное. Это что? Ой, она не работает. Это грунт. Может, она загорит? Это дренаж. Ну, дренаж, да. Горит она? Нет. Но мы сейчас с ней разберемся. Короче, друзья мои. Обязательно следите за блогерами, кто какую посылочку получил. Таня, спасибо огромное. Ты видишь, Тань, ты какое доставила удовольствие. И можешь сказать,
создала целое мероприятие на моем дне рождения. Спасибо тебе огромное. И я желаю тебе всего самого-самого хорошего в новом году, чтобы твои детки всегда тебя радовали, чтобы твое вдохновение и твоя любовь к творчеству никогда не засыпала, и всегда ты черпала что-то новое для себя. И обязательно следите, в описании к этому видео будет список тех блогеров, которые участвуют в новогоднем обмене. А, и следите еще за появлением новых адресов в рассылке, в доставке, чтобы не забывать отправлять новым блогерам подарки. Спасибо большое, что были с нами. Пока-пока! Класс вообще! Круто!